Как тебя зовут? Михаил. Михаил. Михаил Александрович. Откуда ты приехал в Ялту? Краматорск, Донецкая область. Ага. Сколько тебе лет? 32. 32 года. Ты верующий? Нет. Вообще никогда не верил? Да, не верю, это лично. Алкоголь употребляешь? Да. Как часто? Каждый день. Среднего ряда. Считаешь себя зависимым? Нет. То есть предлагаю, ты... выпиваю. Когда никогда. То есть, когда хочется, выпиваешь, да. Когда не хочется, не пьешь. Но получается, что хочется каждый день. Да. Угу. Скажи свой самый счастливый день. 26 число. Какого месяца? 26 июля. Какого года? 89. Родился, что ли? Да. Так. День рождения. А, день рождения. То есть это каждый год твой самый лучший день, да. Или нет? Да. Угу. Последнее место работы твое? Овощной рынок. Когда работал там? 3 месяца, наверное. Сейчас 3 месяца не работаешь. Где берешь деньги на житье-бытье? Ну, у кого попрошу, кто так даст. Семья есть у тебя? Была. Что стало? Маму, папы нету. С женой развелся. С женой развелся. Почему? А? Почему развелся? С кумом поймал. А, изменяла, то есть? Да. Дочка есть. Дочке 7 лет. Она с мамой живет? Ну, она в Полтаве, они уехали туда. Ага. Хотел бы изменить свою жизнь как-то? Или тебя все устраивает? Ну, пока все устраивает. Все устраивает, да? Что-то можешь пожелать тем, кто тебя увидит? Ну, вот какие-то там, не знаю, напутствия там, что там. Главное, чтобы всем была удача, а там... Может, какие-то ошибки, чтобы не повторяли, там, твои, например? Может, мои ошибки тоже. А какие твои? Ну, есть заваровство, то, что было. А ты судим вообще? Нет. Не судим, да? Что-то можешь такое ободряющее сказать, мол, там, давайте там чего-то... Ребята, живите... Нормально, не повторяйте моих чужих ошибок. Просто напросто, от души. А так, остальное все. Там уже решайте сами.